Всем привет! Видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах». Сегодня я расскажу о встраиваемой стиральной машине WaysGrow 6128D. Для встроенных стиральных машинок она очень симпатичная, соотношение цена-качество отличное. Есть выдвижной лоток для порошка, левый для основной стирки, средний для геля и правый для предварительной стирки. Включим нашу машинку, посмотрим режимы, которые здесь есть. Есть режим «Моя программа», здесь вы сами выставляете температуру от 20 градусов до 90, отжим от 400 до 1200 оборотов. Можете также поставить отсрочку запуска до 24 часов. Машинка рассчитана на 8 килограмм, у нас большой барабан. Он такой пористый. Также внутри у нас есть отсек, куда сливается вода после стирки. В комплекте были все отводы для подачи воды, для слива и, соответственно, включение в розетку. В комплекте к стиральной машинке у нас есть инструкция на русском языке. Здесь прописаны все режимы, программы, ее функции, как правильно ее эксплуатировать. По весу наша машинка составляет 57 килограмм, габариты 595 на 540 на 825 миллиметров. Вот, как я говорила уже, максимальная загрузка 8 килограмм. Тип энергосберегающий у нас А++. Также есть инструкция по тому, как закрепить правильно к фасаду наше крепление. Но мы обходились без нее. Инструкция для левой и для правой дверцы, смотря в какую сторону вам будет удобнее ее монтировать. Давайте с вами попробуем постирать на супер быстрой стирке. Она у нас идет 15 минут. Я вместо порошка пользуюсь таблетками, капсулами. Нажимаю старт. В принципе, что при заборе воды, что при отжиме, она не очень громкая. И в конце стирки есть звуковой сигнал. Вот у нас отжим, уже почти достирала. Машинка не трясется, все отлично. Дожидаемся окончания стирки. Последняя минута у нас осталась. Как видите, у нас здесь нарисован замочек. Это защита от детей. То есть мы сейчас не сможем ничего изменить, кроме как нажать на паузу. Тоже хорошая функция. Стирка завершилась.
ждем звукового сигнала. Так, можно открывать дверцу. Смотрим, как у нас отстиралось. Полотенечко чистое. Капсула на нем не осталась. Все отлично. Сейчас будем развешивать все. Ссылка на машинку в описании. Если видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.